representing Great Britain, Великобритания, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.
ball. Eight, five.
7. Уважаемые друзья, ну, возможно, в последний раз, но все-таки мы вас попросим не использовать вспышку, когда делаете фотографии. Делайте смело, используйте наш бадминтонный хэштег, публикуйте в своих соцсетях, делитесь эмоциями, но, пожалуйста, все это без вспышки. Спасибо вам большое за понимание. Еще раз приглашаю вас поаплодировать девушкам на корте. Добавьте немножко шуму. Fifteen.
11:15. Fourteen, 20.
15-20. Badminton players, ladies, on court, but I do hope we have strong people among the audience. Let me check. We will find them. Уважаемые друзья, мы наблюдаем игру сильнейших европейских бадминтонистов. Девушки у нас на корте, но я уверен, что мы найдем на трибунах сильных мужчин. Ну, преимущественно, да, есть такие люди, вижу, да? Если увидите себя сейчас на камере, давайте посмотрим. Покажите мышцы, косые мышцы живота, не знаю, что есть у вас там. Вот, и попробуем определить самого прикольного, по крайней мере, силача. Не то, что мы сильного, вряд ли мы можем померить силу, но прикольного, вот этот вот кучерявый товарищ может пойти, да, уже. Да. Есть еще кто? Силачи есть? Покажитесь. Представьте, что вы сами. Камера вас нет. Кто готов вам показать силу? Поднимитесь просто, поднимитесь сами себя, покажите ему условия, мы вам покажем. Да, вон силач видно сидит, да? По завтраку хорошо, судя по всему. О! Вот он, победитель, нет? Нет, да? Будем считать его победителем, нет? И вот у меня здесь, найдите вот этого человека, покажите только. Слушайте, продолжим, продолжим. Все молодцы, всем силы и терпения. Давайте побольше шоу поболеем за девушек. Кто по-прежнему переживает за Лига Питания? Кто поддерживает Данию? Вышел я вам. Please enjoy the game. Second game. Love all. Play.
Thank you.
16-8. Team.
17-13. Vi spiller det selv. Kom så. Ja. Godt. Thank you.
Tie-in-sil, the tie-in-sil. 21-16, 21-17. Уважаемые друзья, давайте поаплодируем громче, дружнее вот этой британке. Kirsty Gilmore. Спасибо, спасибо огромное. Thank you very much, Kirsty, for playing. И, конечно, мы аплодируем. Our congratulations to the winner. Thank you very much, Mia. It was really great. Давайте дружно-дружно поздравим всех нас с тем, что состоялись игры «Холод Нептуна» в рамках «Холод Нептуна» Европейских игр. Уважаемые друзья, напоминаю вам, что прямо сейчас, буквально через несколько минут, состоится церемония награждения. Пожалуйста, останьтесь на трибунах, поприсутствуйте на этом красивом зрелище. Ladies and gentlemen, I would remind you that we will have right soon the medal ceremony here. So please remain, please don't miss this bright show, the last bright show. Мы, конечно же, аплодируем всем болельщикам, которые были с нами все эти дни здесь, в Falcon Club. Это было прекрасно. Кому понравилось, пожалуйста, отдайте свои эмоции. Аплодируйте всем людям, которые делали для вас это большое красивое шоу. We are applauding for all people around the Falcon Club, all staff that was doing the great job during the 7 days of Buckingham in Falcon Club. Спасибо всем огромное. Я хотел бы поблагодарить еще болельщиков, а может быть болельщикам, которые были с нами, ну, практически все дни. Есть кто-то, кто честно признается, что как парень отходил 7 дней. Вот я видел этого парня вот все время, да? Есть еще группа товарищей, видел? Вот там всегда сидела пара. Есть люди подведенные, прям подведенные. Но, друзья, но я признаюсь, я вот Егора наблюдал все игры. Егор, спасибо за то, что был с нами. Он пришел первый же день и продержался для финала, до финала. Спасибо тебе большое. Самый верный болельщик подведенного. Спасибо. Thank you very much. Уважаемые друзья, немножечко потерпеть, немножечко пережить эмоции, может быть, посмотреть еще какие-то финала, самой финальной игры, и будем с вами наслаждаться красивой церемонией награждения. Ladies and gentlemen, a few minutes, maybe some highlights of the past game, and we will enjoy the brightest show of medal ceremony. Thank you very much for being here.
господарство, повышенная кура, отшествует церемонию продолжения других европейских уровней 2019 года по подвиктории по одиночному разводе Сяро Чанши. Ladies and gentlemen, now we start the medal ceremony of the second European Games 2019 in badminton women's singles. Please welcome the medalists! Вручение медалей проводит Луиза Сладковская, член комиссии Европейских олимпийских комитетов по атлетике, двухразовая олимпийская чемпионка по легкой атлетике. Вручение клеток проводит Андрей Антропов, член выполнительного комитета Европейской конфедерации бадминтона. Medals will be presented by Luisa Sladkovska, Poland, member of the European Olympic Committee, Athens Commission, two times Olympic medalist, accompanied by Andrei Antropov, Russian Federation, Executive Board Member, Badminton Europe Confederation. Третье место и бронзовый медаль завоевала представница Дании и представница Российской Федерации. Bronze medalist representing Denmark is Lena Ivanchevskaya, and representing Russian Federation, Yevgenia Kosinskaya. Серебряную медаль завоевала представница Великобритании. Silver medalist representing Great Britain is Kirsty Gilmore. Других европейских уровней представница Дании. Gold medalist and winner of the second European Games 2019, representing Denmark, Mia Blichfeldt. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Denmark.
Шановні господа, спланка Ленинска, повершите медалі стали. Ladies and gentlemen, let's give the medalists a round of applause!